спектакль считается одним из лучших в оперном репертуаре и всегда сопровождается аншлагом. Обручение в монастыре – это роскошные костюмы и декорации, яркие испанские танцы и шуточный оркестровый концерт на сцене. Самую светлую и жизнерадостную оперу Прокофьева в России, да и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, слышали, пожалуй, единицы. А теперь с исторической сцены Мариинского театра опера принеслась на новую, Приморскую, и открыла первый международный дальневосточный фестиваль «Мариинский». Фестиваль маэстро Валерий Гергиев называет культурным мостом на восток. Мариинский станет ежегодной встречей артистов из России, Южной Кореи, Японии, Китая, Вьетнама. Всего более 10 стран. А в будущем на приморской сцене Мариинского театра надеются увидеть и музыкантов из Северной Кореи. Как сделать Владивосток крупным оперным центром, крупным балетным? Надо много работать очень. И Мариинский театр сделает все возможное. Афиша будет расти. Здесь будет скоро уже не десяток, а десятки своих спектаклей. Мариинский – большое событие как для зрителей, так и для молодой труппы приморской сцены, ведь это уникальный обмен опытом и работа с лучшими мастерами оперного и балетного искусства. Так, в опере Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» с партией «Чио Чио Сан» на сцену выйдет одна из ее лучших исполнительниц в мире – Анна Мария Мартинес. Порадует своими выступлениями и прима-балерины Мариинского театра Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина. И это далеко не весь список громких имен. У нас есть довольно большая команда здравомыслящих людей, которые прекрасно понимают, что без всесторонней подготовки и учета всех элементов будущего успеха, всех составляющих, а присутствие в залах публики, представляющей 10-15 стран, это один из первых признаков огромного резонанса и успеха, правда ведь? Каждый день первого международного дальневосточного фестиваля «Мариинский» будет проходить при полном аншлаге. Все билеты на концерты давно распроданы. Около 30% из них приобрели зрители из стран Азии. А лидером по количеству купленных билетов среди иностранцев стали гости из Республики Корея. Второй день фестиваля запомнился праздничным выступлением в честь Дня военно-морского флота. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил на палубе крейсера «Варяг». За трансляцией события жители и гости Владивостока наблюдали со спортивной набережной города. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.